Чрезвычайное происшествие произошло в Щелкове 22 сентября. Пожар в офисном здании по адресу 1 Советский переулок, дом 2. В городе оно известно как Старый Нарсуд. Возгорание произошло рано утром, предположительно в одной из торговых точек на первом этаже. Произошло задымление, ГИБДД вовремя сообщила, прибыли пожарные расчеты. Пока производили разведку, где произошло возгорание, увидели пламя. Двухэтажное здание с мансардной надстройкой и цокольным этажом было построено в начале прошлого века. В разные годы здесь размещались городские органы власти, суд, а в последние десятилетия множество арендаторов, в том числе торговые, страховые, медицинские организации, аптека, парикмахерская, ресторан. Кто-то успел спасти часть своего имущества. Огонь за пару часов практически уничтожил второй этаж и мансарду здания. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. В настоящее время пламя сбито, основной очаг. Сейчас проводятся дополнительные мероприятия по тушению основного тушения. Задействовано более 25 видов техники. Территория около здания горения оцеплена сотрудниками полиции. Жители вовремя уведомлены о том, что здесь проходить нельзя, все закрыто для их безопасности. Все силы и средства сейчас находятся на ликвидации данного очага пожара. Пострадавших нет? В настоящее время пострадавших нету. Все, что можно было эвакуировать, эвакуировано. Доступа граждан в данное здание упрежден. На несколько часов было полностью перекрыто движение транспорта по центру Щелково, улице Комарова, площади Ленина, Первому Советскому переулку. Пешеходов также просили обходить территорию вблизи пожара стороной. В причинах пожара будут разбираться специалисты. Дальнейшая судьба исторического здания также пока неизвестна. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.